I would like to thank you for this outstanding lecture. I have only a short comment that this understanding of archaeology. Я думаю, понимание этиологии даст нам просто возможность не допускать идиопатического сколиоза в будущем. Если мы получим понимание патогенеза, мы сможем просто исключить сколиоз, вообще его возникновение. Это было не вопрос, а замечание. И я уверен, что правильное понимание этиологии и патогенеза позволит нам в будущем не лечить идиопатический сколиоз, а просто не позволять ему возникнуть. То есть это будет новый подход и новая терапия, терапия недопущения заболевания. Идиопатический сколиоз может теперь будет возникать лишь в малых группах пациентов. Сейчас много таких пациентов, а их будет очень мало в будущем. Вот я просто хотел прокомментировать. You see, why our symposium is so впервые в мире при огромном числе различных обществ по изучению сколиоза, по лечению сколиоза, по хирургическому лечению сколиоза. Здесь присутствуют мои очень близкие друзья, которые занимаются всю жизнь хирургическим лечением сколиоза. Вдруг прозвучала эта мысль. Профессор Маршак, я искренне благодарю вас. Благодарю вас за то, что вот сейчас впервые в мире прозвучала профилактика сколиоза, и что в будущем таких детей будет совершенно мало. Мы научимся это делать. Для этого мы собрались здесь, для того, чтобы отвечать на эти вопросы. Пусть это будет первая птичка, пусть это будет первая ласточка, наверное, весенняя, которая будет открывать новые двери, новые возможности. Благодарю вас за это замечание.